Всем привет, меня зовут Виктор Ласенко. Я студент 4 курса, учусь в Dongbei University of Finance and Economics. В данный момент я подрабатываю в Intel-офисе. Dongbei University предлагает студентам, иностранным студентам изучать International Business Management и Tourism Management здесь на английском языке. То есть у нас здесь около 200 иностранных студентов. Intel-China помогает студентам из-за границы попасть сюда и учиться в дальнейшем. Intel помогает непосредственно от начала, то есть от того, как ты подал заявление, и уже после того, как ты приехал, и в процессе твоего обучения, то есть тебе оказывается помощь. То есть на начальном этапе это будет помощь, например, какие документы нужно подготовить, какие вопросы могут возникнуть у тебя. То есть тебя подготовят как бы мысленно к приезду в Китай. Это на начальном уровне. Затем тебе помогут здесь обосноваться. То есть каждый студент его забирают с аэропорта, затем его привозят на кампус, то есть помогают ему заселиться в общежитие. Затем у нас неделя ориентации проходит, где мы, получается, непосредственно, то есть, зачисляем студентов и затем проводим, то есть, тур, например, по кампусу, тур по зданию. Объясняем им, как влиться в среду. После того, как студент уже был зачислен в универ, Intel-China оказывает поддержку в любое время. У нас есть, например, экстренный телефон. То есть это очень важная функция. То есть если что-то случилось, студент может в любой момент позвонить и связаться с офисом. Очень часто бывает так, что, например, студент, как только он приехал в Китай, у него нет знаний китайского языка. То есть между ним барьер, то есть между ним и Китаем барьер. Intel-China помогает преодолеть этот барьер. То есть если, например, ты заболел, то есть Intel-China отвезет тебя в госпиталь, то есть и все поможет сделать, перевести. Сейчас в Intel офисе работает 7 человек. Наша команда очень дружная и надежная. Всем привет! Hi, my name is Edward, and I'm the manager of the Intel Student Services office at Doofy. Hi, my name is Grace, and my Chinese name is Gu Xiaorong. I'm a senior student service coordinator in Intel China Doofy Center. My name is Jessica, and my Chinese name is Jiang Jiaxu, and I work for Intel office. Period. Hi, my name is Sarini. I come from Thailand. Now I'm doing an internship in Intel office.